День. Сегодня у нас прямой эфир, посвящен теме реформация. Это капсула. В наборе этой капсулы у нас два оттенка гель-лака, синий и красный. Красный у нас идет с шиммером, синий без шиммера. И дизайн, декорация, шармикончик. Так как эту капсулу я взяла еще очень-очень давно, у меня только пока гель-лаки. Поэтому мы сегодня будем работать, в принципе, новыми декорациями из новых коллекций. Поэтому нам старые декорации особо не нужны. Но вы должны знать, что они есть в наборе. Поэтому, покупая капсулу, вы еще в подарок получаете декорацию. Это первый оттенок синий. А можно тоже шиммером? Я что-то не помню. Сейчас я посмотрю. Возьму бежим, сразу рядышком положу. И будем сегодня делать такие очень интересные, космические, возможно, даже дизайны, потому что вся коллекция, она такая интересная, очень где-то из будущего, знаете, вот технологии какие-то будущего как будто у нас. Вот таких два оттенка у нас в капсуле. И сразу говорю, коробку показать вам не могу, и все, что внутри, тоже не могу. Можете посмотреть на сайте Amy Shop. Открываем. Давайте красненький сначала откроем. Что у нас в красненьком? Так, сейчас, 2 секунды, чтобы вам поближе показать. Полностью. Как оно блестит, мне кажется, вам видно будет. Сейчас я фокус поймаю. Вот так. Ну, то есть, это очень красивый красный оттенок, такой кровяной, с мелким золотым шиммером. Ну, видно. В принципе, все видно. Очень красивый оттенок, очень красивый красный. Наносится в один слой спокойно вообще. То есть, если у вас хорошо сделано моделирование или выравнивание, вы можете нанести этот оттенок, смотрите, вот показываю, в один средний слой. Он очень хорошо просыхает в лампе. И можно работать. То есть, если вы работаете, не перекрывая полностью ноготочек, а какие-то дизайны делаете, да, половинками, сегодня мы это и будем делать, то очень хорошо, не нужно наносить второй слой, не утолщая как раз-таки дизайн. Вот. Главное хорошо провести саму процедуру укрепления или выравнивания ногтевой пластины. Немного уменьшаем. И синий оттенок у нас, да, он без шиммера, очень-очень такой красивый синий. Но смотрите, он не такого формата, как электро синий, знаете, такой очень-очень яркий или ультрамарин, а вот он насыщенный, глубокий синий. Вот тоже нанесу на типсик, на тот же. И покажу, насколько он глубокий синий. И тоже наносится шикарно. Самовыравнивается, как и все гель-лаки, просто моментально, секундально. Тоже можно нанести в один слой. Если у вас внизу будет лежать еще молочная база или молочный гель, то 100% вы нанесете его в один слой и не будете париться по другим слоям. Так, вытираем тоже, потому что сейчас задачи у нас нет. Именно показать выкраску. Мы будем делать сегодня дизайны какие-нибудь интересные. По поводу дизайнов. У нас появились очень классные шармиконы. Сейчас у меня на руках только шармиконы. Пока еще других декораций нет. Но они очень-очень классные. Сейчас покажу некоторые уже открытые, которыми... Ну, здрасте, до свидания. Открытые, очень красивые декорации. Это прям осень-осень. Но, знаете, осень-осенью, но можно, конечно, ими пользоваться и летом, и зимой, и весной. Смотрите, под реформацию у нас очень хорошо подойдут вот эти декорации 100%. И у нас еще есть для любителей венделей. Знаете, это и сарказм, с одной стороны, и не сарказм, потому что у нас вообще люди делятся на две категории. Люди, которые любят венделя, и люди, которые ненавидят венделя. Нет, третья категория, это, наверное, я, ну, как бы, попросили, сделала, не попросили, не сделала. Мне как-то ни тепло, ни холодно. Старая декорация и вот еще одна вот такая новенькая декорация. Кстати, мы ее сейчас тоже достанем. Это номер 215 лунулы точки. Сейчас мы их тоже используем. Сюда же, короче, в эту общую кучу мы сейчас кинем. Так, а где же, интересно, упаковочки? А, есть у нас и тут. У меня еще, смотрите, будет... Дизайн 217, звездная пыль, я так подозреваю, это вот оно. Ну, уже достала, поэтому будем так искать. Потом 219, уютная осень, ну, это 100% вот это. Потому что тут очень уютно все, просто максимально уютно. Далее у нас тут 220 хаос, ну, я подозреваю, что это или вот этот хаос, или вот этот.
А, кстати, это вообще мои любимые шармиконы. Это просто нечто. И хаос. Лунулые точки. Ажурный принт. Кто у нас еще остался? Слова. Слова. Сразу покажу вам. Уютная осень. А, мы тут уже посмотрели. И звездопад. Ну, короче, что-то из этого у нас еще и мысли. Мысли, подождите. Мысли это у нас были. И слова. Короче, на сайте посмотрите, вы точно их найдете. Привет-привет. Всем привет. Вы точно найдете. Это охренительные декорации. Просто ну, нереальные. Я не знаю. Вот я достала пока вот то, что сейчас я буду, скорее всего, использовать. Вот эти огненные вообще декорации нереальные. Смотрите, сейчас грибы будут везде, поэтому не обращайте внимания. Сейчас на одежде, на свитшотах, на свитерах везде будут грибы. Очень интересная штука, смотря как их готовить, как говорится, и как их употреблять. Так, поехали. Давайте возьмем для начала красненький. И, как всегда, нанесем не на весь ноготок, как я люблю, в принципе. Голос не узнала. Это Тагуи, ребятки. Меня зовут Тагуи. Давайте представлюсь. Лицо свое не показываю почему-то. В следующий раз покажу. Меня зовут Тагуи. Кто меня знает, поставьте сердечки. Кто не знает, можем познакомиться немного. Просто не люблю на это время терять. Вот это пока я вам представлюсь. А если я начну рассказывать, то это вообще надолго. Оно вам надо? Оно вам не надо. Я знаю. Вот. Смотрите, вот наносим спокойно в один слой, не надо тут... Смотрите, будете выкладывать еще несколько слоев, тут появится эта ступенька. Добрый день, такой, привет-привет, Мариночка, здравствуйте. Вот, чтобы этой ступеньки не было, этого достаточно. То есть, смотрите, если мы делаем это на правую руку, то таким образом на левую, в другую сторону. Если вам вообще пофиг, вы любите асимметрию, делайте в ту сторону, в которую вам комфортно. Это уже не важно. Лампа что-то далековато у меня. Я ее всегда далеко кладу, лампу, чтобы она, не дай бог, мне не испортила всю малину. Ну, я имею в виду кисти, лаки, а то я такая вообще молодец. Могу очень сильно много нахрюнячить. Так, берем еще один типсик, тоже беленький. Не знаю, почему-то я только белыми работаю, надо переходить уже на розовенькие. Угу. Подпиливаем затем эту пипку. Привет из Болгарии. Привет-привет. Всем, ребятки, привет. Очень рада всех видеть. Надеюсь, эфир вам будет полезен. Сегодня у нас эфир по гель-лакам по капсуле «Реформация». Капсулу я обожаю, потому что покупайте готовое решение. Вы взяли два оттенка, которые 100% между собой офигенно сочетаются. И работаете с удовольствием. Так, мы сейчас теклос наносить не будем, мы сразу будем клеить, потому что это потеря времени будет. А нам оно не надо. Мы же ценим и свое время, и не свое. Отклеиваем лунулу. Мы сразу будем делать несколько вариантов. Мне кажется, так будет лучше, чем я буду отвлекаться на один ноготочек. И клеим так. Смотрите, тут ноготочки огромные, поэтому этих лунул, возможно, вам достаточно будет на безымянный вот ноготочек. То есть разные можно использовать лунулы, и для дизайна по-разному тоже мы это все используем. Так, клеим. Центруйте примерно так на глаз. Я всегда переворачиваю. Смотрите, перевернули руку, и видно сразу, что вот здесь у нас косячок, да? И мы вот так разворачиваем. Грубо говоря, исправляем этот косячок. Так. У нас тут теклос нет, поэтому у нас все очень-очень хорошо отклеивается, приклеивается. И вниз мы используем оттенок. Смотрите, подпилите бока. Если вы боитесь, что вы ошибетесь, или у вас мало опыта, да, работы вообще с ноготочками и очень много страхов, можете перекрыть сейчас теклосом. Но это лишний слой, то есть, ну, не нужно. По факту делать этого не нужно, потому что будет лишний слой, который будет вас очень сильно раздражать. Поэтому мы возьмем вот так просто. И тут дел на самом деле не так много, поэтому таким образом мы сейчас возьмем и прокрасим. Буду делать матовые, потому что они хотя бы не отсвечивают. Поэтому можете делать все в глянце, как вам комфортнее работать. Нанесли синий на кончик. Так у нас получается обратный френч, скажем так. И достаем наш красненький вариант. И наносим топ-теклос. Как раз таки сейчас он нам и нужен.
Так, ты класс, это ты, это ты. Наносим топ-теклас. Тонко. Вопросы пишите, если возникают, сразу будем отвечать на них, пока не увидела. Если вдруг не увижу вопрос, пожалуйста, продублируйте. Еще смотрите, в Инсте, как и в ТикТоке, появились такие интересные моменты, что не видно сообщений ваше. Так вы подскажите, файбербаз отслаивается с торцов, почему? Смотрите, вообще самая большая проблема отслоек, сейчас немного отойдем от темы, да, самая большая проблема отслоек от торцов, это сухость. У нас ногти, как и кожа, бывают нормальные, бывают комбинированные ногти, бывают сухие, бывают влажные, да, только не жирные, а влажные. Если мы говорим про торец, ну, возьмем, например, ноготочек, да, мне под штативом очень неудобно рисовать, половину не вижу, но сейчас попытаюсь вам быстренько это все объяснить. Возьмем ноготочки, да, и у нас... Смотря какая форма. В основном я говорю про квадрат. Если у вас квадрат, то 100% вы сталкиваетесь с этой ситуацией. Напишите, какая форма ногтей. Но тут не важно. Давайте возьмем, пока поговорим про овал. Да? Про овал. Отслойка. Тут дело не в файбербазе. Тут дело в ногтях и как вы их обработали. И привели до того состояния, когда вы начали укреплять. То есть, как бы там оно ни было, есть люди, у которых ноготочки склонны к скручиванию. То есть, торец, он у всех людей, так как у нас уже анихобласты состарились, да, наши ногтевые клетки. О, квадрат. Тогда мы делаем квадрат. Они у нас старенькие уже, вот на это не обращайте внимания. Наши клеточки старые, они сухие. Это, знаете, вот всегда сравнивайте ногти на торце, которые отросли уже, сравнивайте с веткой, с сухой веткой. Вот чем дольше эта ветка, вот вы оторвали, да, веточку уже, да, положили, и она сохнет. Чем дольше времени проходит, тем быстрее ломается эта ветка, то есть она вообще высыхает, она теряет полностью всю влагу. То же самое с этими клетками, анихобластами. Они пока доходят до торца, они теряют свою влагу, они становятся сухие, тонкие, ломкие, и они, естественно, скручиваются. Что такое база? Любая база, файбер-база, медиум-база, любая абсолютно база, которая растворяется жидкостью, она выводит жидкость с ногтевой пластины. То есть ноготочки, они сами по себе имеют влагу в себе. Имеют вот H2O наше, да. И вот когда мы покрываем ноготочки, почему очень часто берем с влажными ноготочками базу? Потому что когда вы перекрываете базу, вы понимаете, что через вот эти мелкие поры, так это назовем, да, дырочки, будет у нас выходить жидкость лишняя. И вот, к сожалению, любые базы, они еще немного дегидрируют ногтевую пластину, то есть они забирают влагу. И вот тут и так влаги нет, а вы ее забрали, ноготочек начинает немного скручиваться. Вы этого можете даже не заметить, тем более на квадрате. Ноготь скрутился немного, и, естественно, материалу не хватает эластичности, и он не может скрутиться вместе с торцом, то есть с натуральной ногтевой пластиной. Поэтому вы обязательно должны здесь укрепить или гелем-желе, или акригелем торец, и тогда у вас отслоек не будет, потому что жесткость будет держать, то есть файбер-базе не хватает, любой базе не хватит эластичности, чтобы вот так вот крутиться с ногтевой пластиной. Плюс, опять-таки, если у клиента очень много работы руками, она постоянно что-то шоркает вот именно кончиками ногтей, то, к сожалению, это все будет отслаиваться, туда будет попадать грязь, и отслойка будет больше, больше, больше. То есть вы должны тогда, работая с файбербазой, если вам нравится с ней работать, вы не переходите на гель с этим клиентом, например, вы работаете на файбербазе, пожалуйста, сделайте укрепление, не укрепление, а ноготочки, ой, вот так немного мы сделаем, немного опилите и здесь доложите, или если у вас есть композит, натурал композит, или гель-желе. Если этого всего нет, возьмите просто обычный акригель и акригелем немного выложите вот эти кончики, тогда они будут прям в безопасности, вы их укрепите, и тогда они у вас ходуном ходить не будут, то есть вообще амортизации никакой не будет, все жестко будет хорошо стоять, и ногти не отслоятся. И по бокам немного достройте, и снизу у торца достройте архитектуру. Это вообще проблема всегда квадратных ногтей, в основном чаще всего отслаиваются они, потому что здесь есть уголки наши красивые, которые, к сожалению, не выдерживают вот этих всех нагрузок и начинают давать вот
вот эту отслойку. Так, вопрос еще один был, такой же вопрос. На какой топ все же лучше клеить шармиконы? На теклос или слайдер? Шармиконы мы клеим только на теклос. Почему? Потому что наши шармиконы – это наклейки на клеевой основе. То есть у них на попе, когда их мы вот отклеиваем, да, есть клей. Только это не такой клей, как мы представляем, это как наклейки. Вот представьте, это наклейка, просто тонкая эластичная наклейка. И для того, чтобы наклейка приклеилась к наклейке, ей нужен топ не просто без липкого слоя, а нужен топ, в котором много каучука, в котором много резины. И вот резина к резине, вы даже увидите, если вы просушите теклос 2 минуты, у вас шармиком, вы его не отдерете, потому что он намертво туда прилипает, потому что они похожи очень по химическому составу, это тоже очень важно, химический состав, это очень важно. Вы должны понимать, что если не будет у них там состыковки вместе, да, по химическому составу, ничего держаться нигде не будет. И, конечно, мы берем теклос, вы его даже когда понюхаете, как я сейчас, вы почувствуете запах резины. Вот как раз к этой резине очень хорошо прилипают пигменты, пыль, шармиконы на клеевой основе и все, в принципе, да, ну, то, чем мы работаем. Что-то еще возможно, сейчас я забыла. Ну, то есть очень хорошо работает огонь. Рада, что понравилось. Задавайте вопросы, всегда отвечаю на вопросы. Поэтому вы должны понимать, что теклос мы используем только с шармиконами. Если мы говорим про nail slider top, то мы работаем с ним. Он жирный, жидкий, имеет очень жирную дисперсию. Мы с ним работаем со слайдерами, потому что слайдер не имеет липкости, и он клеится именно на липкость гель-лака, на липкость топа, да, в нашем случае это на липкость слайдер топа. Да, конечно, эфир сохранится и выложится обязательно в течение недели. Вот. Мы сейчас, например, просушили топ теклос. И вот сейчас давайте я для вас еще полминуты просушу, потому что чем дольше теклос сушим, тем круче на него ложатся декорации. Декорации, я имею в виду шармиконы. Вот, поэтому, возможно, сейчас мы будем работать еще, возьму что-то для вас из... Возьму, наверное, слайдера, покажу, как слайдер клеится и почему лучше всего работает с слайдер-топом. То есть вообще я вам рекомендую, как мастер, вот как мастер, не как сейчас спикер, который вам что-то рассказывает, я как мастер рекомендую иметь у себя в арсенале топ-слайдер. Возьмите, если вы немного работаете, возьмите маленький объем 6 мл. 9 – это вообще идеальный объем. Берите 9 мл. И топ теклос. Это то, что очень важно вам иметь для декорации, для работы с декорациями. Расход минимальный, потому что это только мы работаем, когда мы работаем со втирками, со слайдерами, с шармиконами и так далее. Вот, также топ вельвет и ультрашайн. Я его обожаю, это для меня самый лучший топ, который вообще могло человечество придумать, тем более компания Эми. Вот. Обожаю ультрашайн. Вы его, наверное, видели. Я сейчас его тоже буду использовать. Это шикарные 4 топа, которые вам облегчат вашу жизнь. Вот поверьте, вы это сделаете, вы это купите, вы будете счастливы, потому что у вас и слайдеры будут идеально ложиться без складочек, и любой шармикон будет клеиться, не торчать. Поэтому обязательно облегчайте свою жизнь и пользуйтесь лайфхаками, которые вам даю. Смотрите, берем, отклеиваем шармикончик наш на клеевой основе. Угу. Какую декорацию? Ну, давайте, ладно, черную и возьмем. Пинцетиком, очень удобно, таким остреньким. На Wildberries закажите, я, по-моему, заказывала там 5 штук в наборе. И прям как-то попало прям на 5 штук. Клеим посередочке, вот тут посерединочке того, что мы нарисовали. И вот смотрите, вот он идеально ложится. Вот я сейчас пальцем, видите? Просто я даже не разглаживала, я просто приложила. Все у нас, все идеально приклеилось. Здесь по бокам немного пусто, но мы здесь добавим, потому что мы будем делать такой интересный дизайн. Здесь, наверное, этого достаточно, можно еще добавить слова. Нет, недостаточно, ничего достаточно. Ну, надо же какое-нибудь еще словечко красиво приклеить. Можно, кстати, использовать другого оттенка. Не черный взять, а взять что-то типа розового золота. Кстати, розовое золото появилось у нас на шармиконах. О. Ребят, если я вернулась и все норм, пожалуйста, оставьте сердечки или что-нибудь, я вас умоляю, потому что связь прервалась, и я убежала вообще куда-то. Все норм, работаем дальше. У нас появилась надпись с золотом розовым, повторюсь. Вот мы отклеиваем и приклеиваем. Опять
опять-таки, как вам удобно, куда хотите, туда клеить. Это просто идея. Следующим этапом мы должны перекрыть ноготочек топом слайдер. Если вы, если ваш клиент очень много руками делает всего, то можно перекрыть топом слайдер, потом топом вельвет. Если у него работа сидячая и руками только, например, человек печатает и очень мало занимается там огородами, садами, то можно сразу взять вельвет. Смотрите, я всегда в эфирах беру сразу вельвет, потому что это лишняя трата времени вашего. Поэтому мы сейчас сразу возьмем вельветик и нанесем. А вы смотрите сами. Я рекомендую вам нанести топ-слайдер, потом топ-вельвет. Просушить 30 секунд топ-слайдер и нанести топ-вельвет. А вы смотрите сами. Как вам комфортнее работать, экспериментируйте, пробуйте. Все клиенты разные, вы уже должны знать своих клиентов, с кем, с каким материалом работать, что наносить и так далее. Сушим 30 секунд, просто показать вам. Теперь мы берем черную эмпасту. Черную эмпасту мы берем. Я же тебе только сюда положила. У меня всегда с эмпастами вот такая ерунда. Они маленькие, у меня по 2 миллилитра. Перед носом открыла специально, думаю, что время не терять. Знаете, когда очень много баночек на столе, уже в глазах рябеть начинает, и ты уже, естественно, не видишь, кто там теклос, где там теклос, где там черная эмпаста. Так, достаем. И вот такой дизайн, исходник у нас пока еще получается. Кстати, видно очень блеск, он никуда далеко не уходит, поэтому... А мы возьмем, знаете, не черный. Мы сделаем и схитрим немного, потому что у нас же реформация. Деформация, хотела сказать. Уже профессиональная, походу, у меня. Мы возьмем эмпасту синюю. Она, кстати, очень похожа на реформацию по цвету. Смотрите. Видите, эмпаста синяя. А тема какая? Тема у нас... у нас тем разные. У нас всегда открывается новая тема. Основная – это гель-лаки. Коллекция, капсула, точнее, реформация. И вот сейчас мы работаем. Вот. Берем и обводим вот эти наши прозрачные рисуночки. Обводим эмпастой. Ну, как обычно мы это умеем делать. Не сильно толсто, смотрите, вот я нанесла толсто, но сейчас лишнее уберу чистой кистью. Просто я уже вот... Если чего-то мне не хватает, я из этой пипочки забрала и сюда перенесла. Слава богу, связь наладилась, а то я уже прям переживать начала. Тюнь. В реформации у нас красная... И синий. Синий – это гель-лак, поэтому мы его для поверхностного дизайна заменили здесь эмпастой из классической коллекции. Потому что у нас сейчас будут типсы, и все они будут красно-синего цвета. Эмпасту сильно толсто, жирно нельзя наносить, поэтому мы сейчас нанесли капельку на какую-то большую, да, на пустоту, на самую крупную. Назовем это так. А мне иногда просто словарного запаса не хватает. Особенно, когда я концентрируюсь на рисунке. Смотрите, вот этого объема мне хватило полностью обрисовать все. И вот такая красотень получается. Дальше здесь, видите, у нас не хватает, да? Мне хочется прикрыть чем-то. Мы то же самое можем точечку поставить. И здесь что-то типа такого же нарисовать. Если у вас есть навыки, тем более. Это, в принципе, какие-то навыки. Тут даже если у вас тремор, это шикарно. Поэтому в любом случае вы попадете. Кляксички. Просто кругленькие делаем, не квадратненькие, как у меня сейчас получилось. И все. А, здесь пусто. У меня кондиционер иногда издает очень странные звуки. Очень страшные, я бы даже сказала, звуки. Все, сушим. Надеюсь, вам не слышно. Вот, и берем, возвращаемся к нашему синему, который мы еще не доделали. Вот к этому синему можно здесь добавить что-то. Или
нежненькое такое, связано с осенью. Или что-то агрессивное такое, вот такое прям, такое, ух. Но я такое не хочу, а хочу вот такое. Поэтому мы сейчас возьмем чашечку кофе. И обязательно напоминание о том, что у нас пришла наша осень. Мы давай у листьев спросим, точно наступила осень или нет. Аккуратно отклеивайте. Ой, я ушла, да? Аккуратненько так отклеиваем. Со связью все норм. И клеим с одной стороны. Внахлёст немного. И можно расположить еще чашечку кофе. Тоже возьмем золото розовое, чтобы все было в одной стилистике. Ну и, конечно, сердечко хотя бы одно, а может два. Сердечко раз. Мы же все любим кофе. Об этом должен знать весь мир. Раз. И два. Угу. Это у нас все, что связано с черным. Здесь я рекомендую перекрыть, опять-таки, топом слайдер, просушить 30 секунд, потом берем топ вельвет. Можно перекрыть все ультрашайном. Но так как падает потом блики и вам не видно дизайн, я перекрою матовым топом, а вы делаете как вам комфортнее. Вот, вот так это выглядит в глянцевом, да, варианте. То есть вы примерно видите, как это будет смотреться. Теперь мы сушим 30 секунд. И я показываю результат. Один ноготочек у нас готов. Ждет вашу реакцию. Смотрите, на таком фоне, на матовом, очень классно смотрится глянец. Этот глянец красивый. Из импасты. У нас импаста, кстати, есть красная, поэтому если мы возьмем синюю и захотим добавить какую-то импасту, подходящую под эту капсулу, мы можем взять красную импасту, и будет красиво. Ой, это похоже очень по цвету. Так что можем сейчас, кстати, поиграться. Не падай. Дружочек, держись. О. Два дизайна очень быстро уже готово. Шикарно. Спасибо, любимые, спасибо. Так, поехали дальше. Угу. Дальше. Дальше будет лучше. Дальше будет, наверное. Все зависит от моей фантазии. Клей. Что-нибудь хочется. Он такой, ух, с доберманом, с каким-то таким, ух, таким крутым. Я делала, кстати, дизайн интересный с добиком. Куда он его делал, куда-то его убрала, и его фотографировала. Вот, сейчас попробуем что-то похожее сделать, но с добавлением красного или синего. Ну, я, наверное, хочу синего добавить. Будет очень красиво. Как мы это делаем? Мы берем добиком, клеим его посередине и обводим его синим цветом. Синим. Так. Где синий? Затупил. Блин, у вас бывает такое? Раз и думаю, что я хотела. Синий. Давайте доберманчик приклеим сначала. Это я уже с грибочками просто дружить начала. Приклеили малыша. Чарли. Назовем его так. И в хаотичном порядке вот таким образом наносим синий, типа он такой в окружении синего. Брутальный мальчик. С ними только так. И чтобы это было мега круто, сушим. И берем штамп. Берем штамп. Берем вот этот
рисуночек, черный лак для штампа, и у меня вот такая интересная подушечка, потому что моя прозрачная лопнула благодаря моему ребенку. Она просто взяла ее и помяла очень сильно. Знаете, для детей это опасная штука, и вообще такое давать нельзя. Так, скотч. Ребенку показалось, что это сквиш. Это был бы не сквиш, конечно, но детям не докажешь. Сквиш это не сквиш. Так, поэтому сейчас быстренько делаем то, что мы делаем. Нам нужна эта сеточка. Сейчас я уберу. Ой. Нам нужна сеточка. Естественно, нам из этой сеточки нужно убрать серединку, потому что наш доберман, он... Угу. Так, сейчас я что-то возьму. Гибко. Потому что доберман у нас посерединке. Надеюсь, лишнего не уберу. Как понять, убрали лишнее или нет? Можно взять шармикон, где есть этот доберман. Вот так приложить его и посмотреть. Ну, все отлично. Буду сейчас прицеливаться. Конечно, работать с прозрачными удобнее. Но куплю обязательно, потому что ну, так пока получилось. Примерно центруемся, ориентируемся так, чтобы не задеть добермана. И переводим. Там перекроем чем-нибудь. Не знаю, вам видно? Мне очень плохо видно в камеру. Перекрываем все топом. Нет, мы знаете, что сейчас сделаем? Мы возьмем сейчас краску. Краску черную, да, наверное, возьмем. Или белую. Какую лучше взять? Так, возьму сейчас гель-краску и обведем некоторые места. Так будет красивее. Чтобы все у нас было матовое. Мы обведем доберман, ну вот эту часть. Тоже неровно все. Где-то линия должна быть потолще, где-то потоньше. Чтобы это произошло так, мне нужно просто в какую-то одну сторону придавливать на кисть. Давить на кисть. И у вас получится красиво. Такой важный тип получился очень. Лицо такое прям вообще аж страшно. Мне даже страшно. Сушим 30 секунд. Сушим 30 секунд. Ну, что ты так трусишься? 30 секунд. И хочу сюда добавить еще. Сейчас уберем лишнее. Что бы сюда еще добавить? Сейчас оно, конечно, просохнет. Я вам точно скажу. Посмотрю внешне. Какую-то еще декорацию. Ну, чтоб видно было, да? Так, что-нибудь беленькое, да, хочется? О, ну, в принципе, прикольно смотрится, поэтому перекрываем текласом, так как мы будем работать сейчас с шармиконом. Перекрываем текласом. И сушим 30 секунд. Пока этого достаточно для эфира.
а вообще лучше сушить хотя бы минуту. И возьмем вот этот белую, или вот эту надпись, или сейчас еще посмотрим, что у нас тут есть. Вот еще надпись мне нравится. Посмотрим сейчас по размеру, какой лучше, какую надпись лучше приклеить. Вот это побольше, мне кажется, лучше побольше взять, да? Вот, так. Возьмем вот эту надпись побольше и приклеим сверху. Угу. Вот вклеили, и у нас отключилась лампа. Поменьше можно. Еще взять вот так. Или вот так, или вот так. Да блин. Тоже клейся, дружок. Угу. Все. Перекрываем топом слайдер и потом топом вельвет. Угу. Спасибо за сердечки, любимые, спасибо. Так, сушим 30 секунд и едем дальше. Теперь мы возьмем соединить два оттенка. Два оттенка. Так. Шапочку. Два оттенка. Синий и красный. Такой агрессивный доберманчик у нас получился. Мне, знаете, еще очень сильно нравится дизайн такой классный. Мне кажется, с этим синим тоже получится очень интересно. Давайте попробуем сделать его. А потом уже соединим вместе. У нас получается три синих, да? Можно и с красным сделать, да? Ладно, давайте тогда пока. Крутой. Спасибо большое. Давайте пока соединим этих двух чувачков. Два оттенка. Сейчас его выложу, чтобы тонкие кисти сразу выкладывать. И возьмем. Сделаем какой-нибудь кривой дизайн такой. Сушим 5 секунд. И следом пойдет у нас синий. Пойдет у нас синий. И сейчас я хотела звезды сюда приклеить. Много-много звезд. Где они у нас? Ага, вот она, дорожка из звезд. Смотрите, ее резать нужно. Поэтому сейчас ее приклеим. Потом буду ориентироваться уже по ней. Угу. Так, ладно, сейчас примерно, чтобы оторвать. Ага, по вот эту звезду, да, у нас получается. Говорим звезды. Звездный ряд. О, слава богу. Все, мы появились, надеюсь.
Слушай. Все нормально, видно теперь. Бывают такие проблемы, к сожалению. Со связью, слава богу. О, ура, 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 ура. Я извиняюсь, это все прям очень расстраивает меня. И вас, и меня, поверьте, очень сильно не люблю, когда такие ситуации происходят. И вот с одной стороны мы вот в два оттенка выкладываем материал. Все, нет, этого достаточно. Вот мы сделали вот два оттенка. Все, в принципе, я хотела на этом остановиться, лучше на этом остановиться. Дальше не хочется, короче. Блин, прям в лицо! А, обезжиривателем. Вот это неприятная штука. Смотрите, у нас тут вверху еще пипочку эту хотела закрыть. И в экран, и в глаза мне. Класс. Ну так мы сделаем, этого достаточно будет. И все, когда рисую, туплю. Суши. И тут еще пару наклеечек мы приклеим. Со звездами связаны были наклеечки. Вот они, да? Вот. И сейчас достану, посмотрю. И получится у нас 4 дизайна. Очень красиво. Из коллекции «Реформация». Очень удобно, ребята. Вот очень рекомендую. Если у вас нет этой коллекции, возьмите просто 2 шикарных оттенка. Кстати, там цена вообще выходит очень-очень выгодно. Пока они есть на складе, эти коллекции. Почему? Потому что этот синий и красный, они всегда будут у вас в ходу, то есть всегда их будут просить, эти 2 оттенка, они никогда не выйдут из моды, и они очень классные по качеству. Материал очень хорошо наносится, очень быстро самовыравнивается. Почему, за что? Сейчас. Сейчас, подождите. Выровняться хотела называться. То есть коллекция у вас застаиваться не будет. На полочках это 100%. Так, давайте доклеим эту часть. Это возможно, надеюсь. Ну, куда без испытаний? Сейчас кончиком подцепим. Видно не будет. Тоже для вас лайфхак, если что. И сможете поймать. И приклеить все можно восстановить. Так, сейчас прижму. Смотрите, на этом можно остановиться. Или можно что-то еще сюда добавить. Я просто не хочу перегружать сильно, но здесь можно еще
еще надпись возможно сделать. Шрифт другой. Или сейчас я быстренько так просмотрю, что можно здесь. Давайте оставим там. Не хочу что-то перегружать его ничем. Топ вельвет. По традиции. Сушим. 30 секунд. И 4 дизайна с коллекцией «Реформация» и с новыми декорациями у нас готово. Поэтому зайдите, пожалуйста, на сайт, посмотрите, сколько стоит эта коллекция. По-моему, она чуть больше 1000 стоит. И там 2 гель-лака по, получается, 9 мл. Плюс там наклейки, точно я знаю. И там декорация какая-то, точно, точно, точно. Очень интересная, кстати, декорация тоже такая в стиле космоса какого-то. Так, раз, два, три и четыре. Здесь у нас использованием пасты, но тоже такого же оттенка. Время еще есть, давайте попробуем пятый сделать. Интересно. Угу. Так, пятый. Так, пятый мы можем сделать в каком стиле? Чего у нас? Здесь хотела вам что-то показать с нейлдрессами, но не могу, потому что что-то хочется опять сделать с не с нейлдрессами, а вот с этой тетенькой, очень такой классный, очень-очень такой, ух, бомба просто. Так ощущение, вот тут что-то на китайском, или мне кажется. Поэтому мы, наверное, возьмем и сделаем сейчас быстренько. Знаете, с чем? Возможно, со стемпингом, возможно, нет. Сейчас я подумаю, и что-то мне должно прийти, сейчас придет что-то по-любому. Вот. Возьмем мы сейчас... Что мы сейчас возьмем? Где идеи? Сейчас они придут, подождите. Так, сейчас я пластилин возьму. Что-то хочется сделать из японской темы. Может, и сделаю. Сейчас давайте и сделаем. Почему нет? Тогда мы возьмем и сделаем красным цветом. Только у нас получается не из коллекции, пока реформация будет, а пока... Или сделать... А мы сейчас, знаете, как сделаем? Возьмем, короче, мы. Вот эту штучку. Или... Штучку. Штампик наш прикольный. Который очень прикольный. И перенесем... Так, давай, где мои мысли? Боже мой, они убежали от меня. Сейчас... Сейчас прочищу. Давай. Давайте сделаем. А мы сейчас сделаем вот так. Смотрите. Мы берем. Значит, берем сюда. Возьмем любой кружочек. Можно потоньше, можно потолще. Возьму вот этот, наверное, который посерединке. Мы его берем и красным лаком. Будем работать сегодня красным лаком для стемпинга. Убрали. Ой. Угу. Перенесли лишнее. Убираем по-быстренькому, чтобы ничего у нас не отпечаталось, да? И отпечатываем вот эту красивую штучку куда-нибудь. Давайте, куда мы пойдем с
скажем так. Вот. Следующим этапом у нас будет тетенька наша красивая. Вот это. Мы ее будем клеить вот так. Потому что мне почему-то кажется, что тут какие-то японские иероглифы нарисованы вот здесь. Возможно, мне кажется, но моя фантазия хочет, по крайней мере, вот так, чтобы это выглядело. Значит, это будет выглядеть вот так. Как мы можем использовать коллекцию реформации? Берем гель-лак наш синий и обводим вот таким образом кружочек. Чтобы у нас все-таки было в тему, да, эфира и использовать и гель-лаки, и штамп, стемпинг, декорации, чтобы было все. И сюда, конечно, мы еще добавим несколько иероглифов красным цветом. Или надписи. Посмотрим сейчас. Все. Таким образом мы полностью обводим кружочек наш. Так, сейчас палитру все поближе поставлю, чтобы я не убегала с кадра. Так, все лишнее сейчас покажу, как убрать. Это получается у нас 5 дизайнов. Почти уже как традиция у нас. Волосня. Убираем лишнее. Все. Там, где у нас, ага, вот там мне не нравится, я сейчас возьму или апельсиновую палочку, или кисть чистую, ну, такую же линеарку, вот возьму чистенькую и уберу. Нет, линеарка маленькая. Нет, все нормально. Потом просто поправлю. И сейчас я это убираю. Сушим буквально так. Сейчас 3 секунды возьму только кисть. Сушим 30 секунд. Это делаем, то, что влезло. Сушим. Вот там на секундочку пропали, к сожалению. Так, а я пока протру красавца нашего. Тут засрала прям конкретно. И возьмем иероглифы какие-нибудь красивые. Возможно, это будет цветок. Сейчас посмотрим, что лучше взять. Давайте возьмем ряд вот этих иероглифов. Нижний, потому что больше сюда не влезет. И лучше и не пытаться сюда впихивать все подряд. Тогда получилось немного. Сейчас мы убьем. И заново сделаю. Вот что плохо, когда у тебя непрозрачный штамп, ничего не видно. Или тогда мы можем взять вот этот. Вообще будет красота. Берем вот это лишнее.
попробуем прицелиться. Ну, надеюсь, ровно будет. Так, раз. Сейчас вытру быстренько ручки. 2 секунды. Повисите. Влезла я своими ручонками. Раз. И маленький вот такой у нас будет. Ну. Вот такой маленький. Сюда же мы можем еще приклеить надпись из этой же коллекции. Чтобы по стилистике все подходило. Вот это я вымазала ручки. Стемпинг не умею вообще делать чисто. И вот такая красота получается. Мне очень нравится. Ой, мне очень нравится. Это прям мой стиль. Перекроем все топом Текласс. И я очень... Ой, Текласс. Топом Вельвет. И очень жду вашу реакцию на этот дизайн. Мне так нравится. Сушим. 30 секунд. Лишь бы вам показать, как говорится. Так. Угу. Давайте на белую бумажку. Без моих надписей. О, уже сердечки полетели. Класс. Где наша? О, боже мой, красота. Да, больше синего почему-то, да, получилось. И вот такая красота у нас получается. Раз, два, три, четыре, пять. И иду все это фотографировать, чтобы сделать обложечку для прямого эфира. Как вам дизайны понравились? Оставьте, пожалуйста, свою обратную связь и будем прощаться. Неровно все стоят. И хотя вот так если сделать. Все, огонь. Спасибо, вы тоже огонь. Очень красиво, да, давайте быстренько дочитаю ваши сообщения, потом буду отключаться, потом побегу фотографировать. Надо еще красиво это все выложить. Очень красиво, супер. Все, класс. Я, для меня самое главное, чтобы вам все понравилось. Если вам нравится, я безумно довольна и счастлива. Все, всех люблю. Пока-пока. Увидимся с вами на следующей неделе в пятницу. И выберем какую-нибудь... Смотрите, если вам нужна какая-то тема определенно, пишите в комментариях, нужна такая-то тема, и мы будем, естественно, по этой теме тоже вам буду что-то показывать. Возможно, вам что-то непонятно, потому что реально моделирование вам показать, потому что что-то постоянно дизайны.